Всем привет, меня зовут Виталий, с вами канал DLT BY. Продолжаем краткий обзор инструмента фирмы BHAI. Это система сближения плитки. На сайте у нас можете заказать, посмотреть характеристики, точные цены и так далее. Вот так она приходит с завода, в такой вот коробочке, такой упаковке. Коробку мы отставим. Вот так вот выглядит сама система. Она, в принципе, это триплекс. То есть тройная присоска с одной стороны, тройная присоска с другой стороны. Так, где там ящики? Ну, лежит шестигранник. Давайте я вам поднесу ее ближе. Можно, в принципе, откручивать, использовать присоски отдельно, можно целиком в системе. Присоски, то есть, выглядит вот так. Сделано все, ребят, очень качественно, очень добротно. Смещение происходит вот таким вот образом. В комплекте идут флажки, то есть флажки здесь хорошие, надежные, жесткие. То есть нет ощущения, что вот он сейчас сломается, как есть присоски, когда она пару раз и все, и ты ее выкинул. Нет, здесь все очень надежно, но тем не менее, вот эти вещи, которые ломаются в первую очередь, да, ну в других, скажем, присосках, ну может и здесь сломается. Производитель 6 штучек нам дополнительно положил. Что еще хочу про нее сказать? Ребят, весь инструмент BHAI, но это реально профессионально хороший инструмент. Не хороший, он отличный инструмент по доступной цене. У нас есть клиент, который не успел приехать, он уже купил две. Вот такие две системы, сказал, что это просто супер удобно. У него было Раймонди. То есть, если вы зайдете, ценники, конечно, отличаются сильно. Вот это по доступной хорошей цене. Еще раз вам давайте все это покажу. Кратко для тех, кто, допустим, находится в регионе, не может к нам приехать, потрогать, испытать в магазине. Соответственно, кому нужна отправка, снимаем. Останетесь довольны. В работе. Как использовать, как применять. Ролики у нас будут на канале появляться, но позже все по очереди. Инструмента BHAI пришло очень много. Новую поставку также в ближайшее время ждем. Ассортимент будет пополняться, поэтому следите за роликами, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего, всем пока.